Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, поздравляю вас с наступившим новолетием. И в связи с тем, что сегодня новогодняя ночь, и мы с вами собрались встретить этот год в храме за литургией, хотелось бы предложить вам такое краткое размышление. Всегда, когда год подходит к концу, чем мы обычно занимаемся? Мы подводим итоги. Мы вспоминаем минувший год, вспоминаем то, что произошло, вспоминаем то, что мы сделали, или, может быть, мы не сделали. Вспоминаем о том, чему мы радуемся. Вспоминаем о том, о чем мы жалеем. И вот каким-то образом у себя в голове, у себя в сердце подводим какой-то итог. Краткий или развернутый, но все же. И также, когда наступает Новый год, мы, конечно же, с вами все, или большинство из нас, пытаются как-то подумать о том, вот, а каким будет следующий год, да, и что мы могли бы сделать в следующем году для своих ближних, для себя, как мы могли бы реализовать какие-то свои желания или мечты, которые долгое время с нами пребывают. И вот таким вот образом мы размышляем. Мы знаем, что человек предполагает, Господь же располагает. То есть, когда мы что-то планируем, то к концу года мы можем удивиться тому, как на самом деле все сложилось, так скажем, наоборот. Совершенно не так, как мы предполагали. Мы хотели одно, получили совсем другое. Это нас когда иногда удивляет, иногда радует, иногда расстраивает. То есть для каждый чувствует какое-то свой отклик на то, что произошло. И вот сегодня мы с вами в храме, сегодня на ночной литургии. Хотелось бы подумать вот о чем. Если мы христиане, что мы могли бы пожелать друг другу сегодня ночью? И что, может быть, желали друг другу наши братья-христиане, наши братья и сестры в прошлые годы, может быть, в годы гонений, понимаете, когда христианство было преследуемо и в России, и в других странах. А что желали друг другу ранние христиане? А что желали друг другу апостолы? Что желали друг другу те, кто с радостью о воскресшем Спасителе шел в Колизей и для того, чтобы там принять мученическую кончину? И что желали друг другу те, кто впервые собирался за литургией, которая для них, для этих людей была удивительным праздником? И вот если подумать, если вчитаться в Евангелие, то, конечно, это несколько мыслей, которые красной нитью проходят через Священное Писание. Это желание друг другу постоянства, желание друг другу радости, желание друг другу любви и желание друг другу уверенности. Вот то, что мы видим, то, что мы видим в апостолах, то, что мы видим в пророках, то, что мы видим в праотцах, то, что мы видим в первых христианах и в христианах последующих поколений, то, что мы видим в наших совсем недавних предшественниках, новомучениках и исповедниках российских. Это то постоянство, с которым они проповедовали о воскресшем Спасителе, с которым они стояли в вере, ту радость, в которой они пребывали, несмотря на те скорби, которые к ним приходили часто, ту любовь, которую они проявляли часто по отношению и к своим ближним, естественно, но и к своим гонителям, потому что и их они считали ближними. Вот эти качества хотелось бы вот, пожелать всем нам в себе развить в минувшем году. Каждому в свою меру, насколько это будет возможно. Кому-то может быть совсем чуть-чуть, а кто-то может быть совершит прыжок веры, и для этого человека это будет действительно такой важный прорыв во Христе. Поэтому, братья и сестры, поздравляю вас с Новым годом и желаю всем нам быть настоящими христианами и развить в себе те качества, которыми должен обладать человек, который сказал: «Я христианин, я люблю Христа, я пойду за Ним даже до смерти». Аминь. Спасибо.